Поселок памяти 13 борцов – местечко в Емельяновском районе. С этой точкой на карте края связана история и память моей семьи. Поселок назван так в честь 13 рабочих стекольного завода, расстрелянных во время Гражданской войны. В детстве я часто слушала истории о том, как моя прапрабабушка прятала одного из этих 13 борцов у себя на чердаке. И в честь него названа улица, на которой стоит наш дом. В этом доме жил мой прапрадедушка, и у него было 17 детей. Все они в годы войны ушли на фронт. На нашем доме даже звездочка есть. Люди здесь, как одна большая семья, дружат и общаются. И, конечно, следят за событиями большого края в эфире нашего телеканала. Мои родные в поселке уже не живут, но я по-прежнему приезжаю сюда, чтобы помнить. Поселок памяти 13 борцов – место, которое хранит историю моей большой семьи.